Всем огромный привет! Сегодня я хочу показать вам свой просто шикарный, великолепный заказ компании «Василёк». Я делала в интернет-магазине. Это ивановский трикотаж и текстиль. Заказ получился действительно просто мега крутым. У меня вышло 13 наименований, 13 вещей. Начну я с самой давнишней хотелки. Это постельное белье из материала поплин. Сейчас вы его можете видеть. Вообще оно приходит вот в такой красивой упаковке. Все упаковано. Это Lime Time Поплин Премиум. Очень великолепное, качественное постельное белье. У меня из поплина практически все постельное белье. Мне еще нравится бязь, но я решила все-таки подкупиться поплином. Великолепный просто рисунок, великолепная расцветка, не очень яркая, такое более практичное на каждый день. И я немножечко хотела рассказать об этом материале, потому что я его безумно-безумно люблю. Вообще, одной из самых популярных тканей как раз поплин и является. Ткань действительно великолепно подходит для пошивки спальных комплектов. Она, ткань, состоит из 100% хлопка, и получается в результате попеременного пересечения тонких вертикальных ниток и толстых продольных друг к другу. Способ производства заключается в том, что тонкие нити будто обволакивают плотный волокна. В результате постельное белье, оно остается очень таким плотным внутри и очень-очень сильно мягким той стороной, которая прилегает к самому телу. И еще немножко такой истории. Французский средневековый город Авиньон, он считается действительно родиной этой великолепной ткани. Одежду из нее начали производить еще в 14 веке. Папа Римский предпочитал этот материал для пошива одежды для своего окружения. Собственно, и название поплин происходит от итальянского папалина, то есть папский. Немножко о достоинствах, потому что они просто невероятные. Достоинства: не происходит усадки при стирке, не появляются катышки, не выгорает рисунок и принт, даже если кровать стоит возле окна. Материал легко просто гладится, его можно совсем не гладить, а аккуратно распарить по кровати. Поплин – это тот материал, который кто терпеть не может утюги. Материал гигроскопичен, то есть прекрасно поглощает влагу, сохраняет отличное тепло, что актуально действительно в холодное время года. Довольно прочен, не теряет своих качеств при покупке где-то в течение нескольких лет, до 3-4-5 лет. Обладает отличной износостойкостью, и последнее его преимущество – это доступность. Он продается абсолютно везде, но самые привлекательные цены в интернет-магазине «Василёк». Это я уже сравнила, проверила. Этот комплект я приобрела за 1280 рублей, и сейчас я вам покажу вам его поближе. В комплект, во-первых, входит две вот такие вот наволочки, которые размером 70 на 70. Они с двух сторон имеют рисунок такой ромбовидный, одинаковый. Также такой же рисунок имеет простынь, она полностью ромбовидная. И вот вторая вот наволочка. А пододеяльник, он двухсторонний, и с двух сторон идет принт такой красивой ромашки. Просто великолепный. У меня полтораспальный комплект белья. Очень мне нравится сама расцветка. И в целом мне нравится действительно этот великолепный комплект. Я просто безумно рада, что я его приобрела. Ну, давайте пойдем дальше. Буду показывать, что я еще прикупила. Это вот такая вот просто красивейшая шиншилла. Вы уже, наверное, видели всякие шиншиллы в разных оттенках. Но мне хотелось именно оттенок лимон. Стоит она вот сущие копейки, всего лишь 990 рублей в интернет-магазине «Василёк». И качество, конечно, просто радует. Эту шиншиллу просила у меня дочь, она просто бредила именно этим оттенком, и именно она хотела вот этот великолепный, просто великолепное покрывало, и поэтому я его приобрела. Шиншилла двухсторонняя, с этой стороны
Она вот такая вот мягенькая, а с другой стороны она имеет ворс. Ну, действительно, очень красивая камера, не передает той красоты, которая сейчас у меня застелена. На одной шиншилле я не остановилась, и я заказала вторую черную. Очень мне хотелось посмотреть, как будет смотреться черная, будет она какая-то глянцевая или матовая с отблеском. И я была довольна, когда я увидела, что она действительно с каким-то блеском такая интересная. Она действительно очень-очень красивая, очень стильно смотрится. Плюс ко всему, она будет более чем практична. И также она двухсторонняя. С этой стороны она тоже имеет такой невероятно красивый отблеск, будто сюда добавили какую-то нить такую, которая немножко поблескивает. Но это не вызывает абсолютно никакой дискомфорт. Она очень мягкая, такая приятная к телу. Великолепная, просто великолепная, очень красивая. А черный оттенок, он, конечно, настолько шикарный, что тоже у меня нет слов. Стоимость также 999 рублей. А за такой товар, за такую именно вещь не жалко заплатить 999 рублей. Также я заказала себе на кухню кухонные наборчики. Один вот такой вот красивый, салатовый. Называется он кухонный набор зеленый, фартук, прихватка, рукавица. Стоит всего лишь 91 рубль. Фартук достаточно большой, такой объемистый. Подойдет на любую абсолютно фигуру. У него есть окантовочка, не будет распускаться ткань. И, конечно, расцветка здесь такая прям яркая. Также здесь в наборчик входит вот такая вот милая прихватка и, конечно же, рукавичка. Куда мы без рукавиц? За 91 рубль, я думаю, это, конечно, очень и очень достойная цена. Второй наборчик точно такой же, только уже называется «Цветы голубые». Великолепный такой прям позитивный, дает настрой. Нужно срочно бежать на кухню, что-то в нем быстрее готовить. А прихватка вот такая вот красавица. И аналогичная рукавичка. Рукавичка больше голубенькая, чем синяя. Очень красивая. 91 рубль тоже стоит этот наборчик. Также я для кухни приобрела вот такие вот полотенца. Это у нас набор. Размер 35 на 75, в упаковке 5 штук. Рюша в золотом, в золоте, мятное полотенце. И одно полотенце стоило 28 рублей, но продается набором 140 рублей. Мне кажется, это тоже выгодная цена. А полотенце очень такие плотненькие. Красивые вот такие вот, позитивные. Посмотрите, какие поросятки. Очень мне понравился данный набор. Взяла прям без всякого сожаления. Поделюсь со своими родственниками, половину отдам маме. И сама буду тоже с удовольствием пользоваться просто этими великолепными полотенцами. Для дочери я приобрела вот такие вот трусики. Мне кажется, они очень красиво смотрятся, особенно подросткам, да и взрослым каким-то девушкам. Очень красиво сделаны. Кстати, все швы прошиты великолепно, нет никаких изъянов, трусики, правда, очень красивые, и цена у них тоже безумно красивая, всего лишь 52 рубля. Для второго ребенка, для мальчика, для своего крестного сына я также приобрела трусики. Это у нас размер 46-48. Он, в принципе, носит 46, но я решила подстраховаться, взять немножко побольше. Вот так вот они выглядят. Помимо того, что меня привлекло великолепное тоже качество, но и цена была, я не знаю, я таких цен, по крайней мере, вообще нигде не видела. Одни вот такие вот трусики, они стоили 86 рублей 50 копеек. Где вы такие видели цены? И это не важно, какой вы приобретаете размер, а цена абсолютно не меняется. А что мне больше всего понравилось, что на сайте огромнейший выбор нижнего белья и для
женского, и мужского, и детского, в общем, всякого-всякого разного. Вот такая вот резинка, тоже здесь хорошо все прошито, я уже сейчас все просмотрела, и я довольна. И второй набор, который стоил подешевле, всего лишь 160 рублей, то есть каждые трусики по 80 всего рублей. Это, конечно, сейчас я вам покажу их. Вот так вот они смотрятся в открытом виде, без упаковки. Эти трусики немного потоньше, но качество у них тоже хорошее. Также все хорошо прошито, нет никаких абсолютно косяков, тоже я все просмотрела. Пускай крестный сынок носится на здоровье, и пускай у него носится не один месяц. Вообще, как сейчас производят компании, так стоит, конечно, ожидать чего-то лучшего, но это качество мне очень-очень сильно понравилось. Ну, а я завершаю сегодняшний обзор. Спасибо, что вы были со мной. Заходите по ссылочке в описании, смотрите, потому что действительно интернет-магазин «Василек» – это уже проверенное и качество, и цены тут, конечно, наишикарнейшие. Ну, а я вам всем желаю удачи, здоровья и до новых встреч. Пока-пока!